Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек мне в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Я не заметил, как ты сел? Ну, вот и конец линии. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали или его выбрали для вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, в Цитадели, столь заботливо предоставленный нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Не пейте воду. Они что-то туда подсыпают, чтобы мы ничего не помнили. Я даже не помню, как я сюда попал. Они приезжают, а те, что приезжают... Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, в Цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь, или же вас ждут неизвестные дали, добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Какая-то ошибка. У меня обычный миграционный билет, как у всех. Отряд, откалибровать ПЦ-сканер. Заходи. Ищешь неприятности? Помощь нужна? Нет, сам справлюсь. Назад! Я уж поболтаю с ним наедине. Кстати... Я должен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, Барни, в чем дело? Я занят важной проверкой. Извини, док, но посмотри-ка, кто здесь. Боже мой, Гордон Фриман, как неожиданно. Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел на экспресс до Нового Проспект. Ну, Барни, и что ты предлагаешь? Я думаю, думаю. Тут где-то была Алекс. Может, она придумает, как его сюда доставить. Если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Хорошо. Гордон, рад тебя видеть. Ладно, Гордон. Тебе придется идти до лаборатории доктора Кляйнера самому. О, черт. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил.
Поставь ящик, чтобы выбраться через окно. И иди на площадь. Я тебя позже найду. Позвольте мне зачитать письмо, которое я получил. Немедленно. Уважаемый доктор Бри, почему Альянс подавляет наш цикл размножения? Искренне. Порядок можешь идти. Обеспокоенный гражданин. Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов за будущее вида. Я чувствую и несколько невысказанных вопросов. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Отключат ли они когда-нибудь поле подавления и позволят ли нам размножаться? Чем отвечать на каждый невысказанный вопрос, позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе вашего беспокойства. Сначала давайте рассмотрим тот факт, что впервые в истории мы стоим на пороге бессмертия. Этот факт влечет за собой далеко идущие выводы. Он требует полного пересмотра наших генетических потребностей. Он требует планирования и управления, что идет вразрез с нашими психологическими установками. Как всегда, сначала здание, затем весь квартал. Зачем им сюда приходить? Не беспокойся, я не найду причину. Стоять! Честное внутри вторжение! Акцент убийцов 9-9-9! Я чувствую и не
нашим покровителем. Нет, что галы. Он на нашей стороне. Что дает им право принимать такие решения за человека? Я же говорила, мы следующие. Отключат ли они когда-нибудь поле подавления и позволят ли распоряжаться? Выдаю предписание о непоминовении. Внимание, жителей! Замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом. Вылезайте на 3 минуты! А вот они! Помоги! Граждане, отказ в сотрудничестве будет наказан выделением в нежилое пространство. Спасайся! Окончательный приговор исполнен. Подозреваемый опознан как гражданин тема одного. Внимание! В портале подозреваемый. Давай сюда, быстро! Давай быстро на крышу! Быстрее! Полагаю, ты Фриман? Внимание! Неопознанное... Нам надо спешить. Комбайнов может и трудно раскачать. Но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Доктор Кляйнер сказал, что ты пойдешь этой дорогой. Ха, кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты. Я Алекс Венс. Мой отец работал с тобой в Черной Мезе. Хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Да, неразговорчивый. Помнишь его по Черной Мезе? Старого администратора? Хм, только не упоминай имя доктора Брина при отце. Сюда. Забавно, что ты появился именно сегодня. Мы помогали людям сбежать из города пешком, через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Давай я куплю тебе воды. И да, кстати, рада познакомиться. Вот чертовка. Куда она делась? Ламар, выходи оттуда. О-о, все в порядке, доктор Кляйнер? Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ламар снова сбежала из клетки. Не зная Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже, Гордон Фриман. Это в самом деле ты? Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятности. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепорта. В этом прорыве нет моей заслуги, док. Глупости.
Твой талант превосходит даже твою Давайте красоту. Давайте убедимся, что эта штука работает, ну что, ладно? Получилось? Вот ты где. Черт, Гордон, ты разворошил улей. Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставит под угрозу всю нашу работу. Со мной. Именно, Барни. Это великий день. Торжественно откроем телепорт двойной передачей. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Кошку? Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Какую кошку? Док, он все-таки не на прогулку идет. Можно ему и костюмчик что? Дать. О боже, ты прав, я почти забыл. Барни предоставляют учесть тебе. Мне надо вернуться на пост. Ну да ладно. А вот я... Черт, убери ее от меня! Ламар, вот ты где! Я думал, ты избавился от этой заразы. Конечно, нет. Не бойся, Гордон. Ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. И то тщетно. Убери от меня эту дрянь! Давай, детка, запрыгивай. Нет, не туда! Нет, нет! Осторожно, Ламар! Эти приборы очень хрупки. Бог мой! Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. Барни, ты не любишь животных? А ну, Гордон, не стесняйся. Надевай костюм. Гордон, костюм сидит так, будто на тебя сшит. Ох, он ведь действительно на тебя сшит. Я кое-что в нем изменил. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит так. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О боже. Док, на это нет времени. Ты хоть подзаряди его, Гордон. Хорошая мысль. На стене есть зарядник. Твой костюм можно заряжать от источников питания Альянса, которых полно в местах патрулирования. А пока пора взяться за работу. Встань рядом с той панелью и жди моей команды. Айзек, ты там? Да, да, Элай. У нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь, кто сегодня забрел в нашу лабораторию. Это же не тот, о ком я думаю. Он самый, и мы отправляем его прямо к тебе в компании твоей очаровательной дочурки. Ты готов нас принять, папа? У нас все готово. Ну так вперед. Посмотрим. Поток безмассового поля самоограничивается. Мне удалось подобрать верные параметры манифольда для базы CI и орбифольда LG. Тогда ты то же самое говорил. Эй, да, кстати, насчет кошки. Два, один, о, господи, что на этот раз? Прекрасно. Гордон дернет рубильник. Давай, Гордон. Хорошо. Финальная стадия. Начинаем. Начали. Я не могу. Ладно. Ну как? Получилось? Сам посмотри. Эй, док! О, слава богу, как гора с плеч. Отличная работа, Изи. Это не только моя заслуга. Доктор Фримен очень способный ассистент. Ну, давайте тогда переправим Гордона. Ты прав. Поговорим через секунду. Класс, Гордон. Мастерское обращение с рубильником. Я смотрю, не зря ты MIT закончил. Ладно, Барни, твой черед. Спасибочки. Гордон, пройди в передатчик, и мы отправим тебя к Элаю. Как раз вовремя.
Прекрасно. 3, 2, 1. Пуск. Барни, будь так добр. Удачи тебе, Гордон. Да, именно. Мы готовы к отправке, Гордон. Бон вояж. Успехов в твоих начинаниях. Финальная стадия. Что за черт? Да это же твой чертов мозгосос! Ламар! Хэдди! Берегись! Вот он! Ламар, с ним! Да забудь о ней! Он проходит, что происходит, Джуди? Я не знаю. Похоже на какие-то помехи. Гордон, не двигайся, мы тебя вытащим! Его что-то утягивает. Что все это значит? Да кто вы? Как вы тут оказались? Эй, он вернулся! Я его вытащу! Не входи в поле! Тебя разорвет на части! Мы потеряли Гордона! Что происходит? Если бы я только знал, что такое может случиться! Не волнуйся, Гордон! Вон он! Нет, опять мы его пускаем! Кто это вы? Неужели Гордон Фримен? Он не проскочил! Но тогда... Где же он? Сзади! Ага! Выключай! Выключай! Гордон! Уходи отсюда! Беги! Спускайся вниз, я найду тебя позже! Эй, Гордон! Цитаделя полная боевая готовность. Никогда такого не видел. Убирайся из Сити-17 как можно скорее, Гордон! Иди по каналам, они ведут в лабораторию Лая. Это опасный путь, но там много наших. Они помогут тебе, чем смогут. Я бы с тобой пошел, но нужно присмотреть за Кленером. Да, чуть не забыл. Кажется, ты потерял это в черной мезе. Удачи, приятель. Она тебе пригодится. Сотрудник убит. Оставшимся силам задержать.
от надзора. Отреагировать, изолировать. Полагаю, сирены по тебе. Хорошо, ты нашел нас. Ты не первый, кто был здесь. Это Фримен. Судный день Альянса настал. Послушай, мы лишь наблюдательный пост подъемки. Главная станция совсем рядом. Они направят тебя. Пока позволим мы будем тебе дать тебе хороший заряд готовности. Отреагировать, изолировать, будь осторожен. Нам нужно пройти незамеченными. Если Дуор поймает тебя, вся железная дорога будет под угрозой. Мы служим одной тайне. Код. Подавить. Меч. Давай, иди. Thank you.
всем ответить код 3. Станция 12, прием! Говорит станция 8. Мы слышали, что станция 12 уничтожена. Оперативные ударные группы атакуют железнодорожные станции. Повторяем, КВО атакуют подземные станции. К нам поступают беженцы с 9-й. Станция 8, нас слышно. Станция 8, вы меня слышите? Донесения о манхэках подтверждены. Повторяю, они заполняют потребности. В правном поведении немедленно доступ к силам КВО. Друг, эта станция разрушена, но впереди другие. Жителей, я останусь тут ждать остальных. Мы должны спасти железную дорогу. Внимание, ответили 647. Нужна помощь. Теперь вы угроза обществу 5-го уровня. Отряду гражданской обороны. Признаки антиобщественной деятельности. Код. Собрать. Окружить. Задержать. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Тревога. Подразделением гражданской обороны обнаружены локальные беспорядки. Собрать, исполнить усилия. Отряду гражданской обороны. Признаки антиобщественной деятельности. Код. Собрать. Thank you.
долг, меч, полночь. Всем постам внимание. Подбежается к цели. Thank you.
гражданская оборона у нас на хвосте. Мы подрываем железку, чтобы замести следы. Похоже, ты будешь последним, кто здесь пройдет. Радуйся, что ты не тот, кого они ищут. Это вообще не шанс. Похоже, они созывают все подразделения ГО в Сити-17. Они заполняют каналы МНС. Тебе надо идти туда, пока тебя начнут искать. О, черт! Слишком поздно! Пронесло. Спасибо за помощь. Слушай, здесь небезопасно. Я дам тебе кое-какие припасы, а потом тебе все-таки надо будет уйти. Удачи тебе там! Okay.
Отделение ГО. Защитник 7. Thank you.
Один готов! Эй! Ты Фриман, верно? Нас предупредили, что ты здесь появишься. Железка переживает не лучшие времена. Станция 6. Это восточная черная меза. Как слышно? Доктор Фриман отправился вниз по реке. Дайте ему воздушный катер, окажите помощь. Повторяю, Гордон Фриман вернулся. Он должен дойти до восточной черной мезы. Тебе нужно спешить. Нас обстреливают! Надеялась, что вы появитесь. Я и воздушный катер приготовила. Скрыться от гражданской обороны на открытой местности непросто, но вы поднажмите, и все получится. На станции 7 вам поможет. Нужно только немного подняться по реке. Увидите старый красный амбар. Вам бы лучше поспешить. Как слышно?